В народе говорят, что нужно научить человека ловить рыбу, а не давать ему ее. И тут как бы интересный такой процесс, когда люди начинают советовать, как что делать. Но фишка-то в том, чтобы учить тех, кто хочет это делать и уже что-то делает. И делает своими силами. Это важный момент. Потому что тот же самый процесс вампиризма, причем разного, энергетического и кармического, при котором не виден энергетический вампиризм, весьма распространен. Поэтому вот эти понятия доброты и совести, что мы разбирали, они касаются всегда дела, а не отношения к конкретному человеку. Ну, как-то так.